В жилом комплексе на Авиационной тихо и спокойно, сложно представить. Пару дней назад здесь убили 34-летнего мужчину. Одна из соседок позвонила в полицию, увидев, как в лифт бежал человек, перепачканный кровью, пишут в соцсетях. Потом приехал владелец квартиры и обнаружил, что дверь открыта. В одной из комнат из-под кровати торчали чьи-то ноги. Сейчас представители ТСЖ, те, что следят за порядком, от комментариев отказываются. Сотрудники ТСЖ не будут с вами разговаривать. Следов расправы почти нет. В подъезде чисто, только у лифта на 6-м этаже пятна, похожие на кровь. Дверь в нехорошую квартиру на замке, а соседи не в курсе, что здесь кого-то убили. Некоторые узнали о том, что произошло, через информагентство. Я думал, что в соседнем подъезде у нас тишина была. Мне тетя звонит, ты же на 6-м этаже живешь? Я думаю, типа, наверное, в другом подъезде произошло. Приходил этот, участковый. Угу. Что говорил? Он что-то нам ничего не сказал, вы что не слышали? Говорит, ничего тут у вас, а мы что, пенсионеры? Я еще болею, так ничего нет. Как считают следователи, все случилось в субботу рано утром. В квартире выпивали двое мужчин. Между ними завязался конфликт. В итоге один из них убил собутыльника. Злоумышленник причинил потерпевшему несколько ножевых ранений. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Обвиняемый скрылся из указанной квартиры, однако в последующем был задержан. А под метом неопровержимых улик он признался в совершении преступления. Известно, что 27-летнему екатеринбуржцу уже предъявлено обвинение. Сейчас правоохранители собирают доказательства, проводят экспертизы, расследуя уголовное дело. Стоит отметить, что по статье убийства грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Александра Поддубная, Владислав Тренько, Павел Кулыгин, Интера ТВ.